Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в очередном моем новом влоге. Сегодня приехала моя мамочка, я безумно рада этому. У меня было такое ощущение, как будто я ее не видела где-то месяц, хотя это было где-то, наверное, полторы недели, может быть, даже две. И она приехала с гостинцами, с черешней, сыр и все что угодно. И вы знаете, иногда бабушка с мамой не очень ладят, у них бывают иногда разногласия, но когда мамы не было больше недели, бабушка настолько скучала и говорила, когда же она приедет, когда же у нас будет нормальная пища, у нас будет везде все убрано. Я говорю, бабушка, так я же все это делаю. Она говорит, ну да, ты делаешь, ты молодец, ты умница, но когда у нас будет нормальная пища? Я говорю, я же готовлю вроде бы. Но нет, бабушка вот это вот повторяла, и я поняла, что все-таки я делаю не настолько круто, как мама, и наконец-то она уже дома с нами. Вы ее знаете? Мамочка, мамочка! Вы ее знаете? Вот такую вот огромную просто черешню привезла мама. Вы просто взгляньте на этот размер. Это из нашего сада. Просто красота. Без химии, без всего. Можно прям мукбанг снимать. Ну, у меня прям недавно был мукбанг с черешней. Не знаю, стоит, не стоит. Пишите в комментариях. Следующий член нашей семьи – это моя бабушка. Бабушка. Конечно, как только мамочка приехала, я ей начала показывать вещи, которые я купила. Хотя она смотрит мои влоги, но просто в деревне не было возможности прям каждый раз смотреть мои влоги. Так как интернет там соседский, нужно было подходить к забору. И только тогда ты могла бы подключиться к интернету, но это тоже не точно, сможешь ли подключиться. Вот. Поэтому я сейчас хочу погладить вещи, которые я вчера постирала. Кстати, не очень удачно вам покажу. Одни брюки у меня белые. Они стали в розовую пятнышку. Потому что я умудрилась цветное белье закинуть с белыми брючками. Я знала, что так делать нельзя, но просто закидывать в стиралку только одни белые брюки я не стала. Ну, типа экономии электричества и все дела. И вообще хочу всю свою одежду погладить и аккуратненько повесить, чтобы когда тебе нужно куда-то выходить, не нужно было заморачиваться по поводу того, что гладить, вешать, не знаю, взял, одел и все. Маме, кстати, очень понравился комбинезончик, особенно то, что когда ты делаешь вот так вот, видна ножка. Мне кажется, очень стильно, интересно и прикольно. Погладила, теперь повешу. И вообще все, что у меня в гардеробе, все надо погладить и разместить по местам. Ветерочек, когда дует, мне кажется, выглядит очень элегантно. С каблучками самое то. И еще здесь можно регулировать ремешки. Но я вам показывала уже во влоге, когда покупала. Как только вечереет, вот уже мама закрыла дверь на ключ на балкон. Как только на часах 7-8 часов мама закрывает дверь на балкон. Я вам уже рассказывала, что я как лунатик хожу ночью. И у меня сегодня прям вот плечо очень сильно болит. И один палец прям кровоточил. Я вам снимала в Инстаграм. Кто подписан на мой Инстаграм, тот в курсе. В общем, брат очень беспокоится за меня, потому что он знает мое детство. Он помнит те времена, когда я тоже вот так вот ходила непонятно куда. И он боится, что я могу прыгнуть во время сна, не понимая, что я делаю, с высокого этажа, так как мы живем на очень высоком этаже. Вероятность того, что я выживу, минимальна. И вы знаете, в такие моменты ты ощущаешь, насколько брат тебя любит, насколько он беспокоится за тебя, потому что мой брат, он такой человек, который никогда не показывает свою любовь, никогда не делает комплименты, не проявляет свои чувства, никогда. Я, если честно, от него очень редко в своей жизни слышала какие-то теплые слова. Например,
слово «я соскучился» я не слышала никогда. И так было всегда. Это просто такой человек, и это не значит, что он меня не любит. Он всегда издевался, как-то прикалывался надо мной, и у меня как бы сложилось впечатление, что он меня не настолько любит. Но когда я вижу вот такие моменты, когда он заботится обо мне, беспокоится, я понимаю, что на самом деле он меня любит, просто он это не показывает. Я еле установила нормально свой телефон. И сейчас я буду делать себе новые ноготочки сама в домашних условиях. Как вы знаете, я всегда гель-лак в домашних условиях делаю сама. Не хожу в салон, потому что считаю, что это трата денег, трата времени и так далее. Кто ходит, я замечательно ко всему этому отношусь. Конечно же, профессионал делает в разы лучше, чем я, но мне просто так удобнее на самом деле. И вообще процесс нанесения гель-лака, коррекции и так далее, я получаю особое удовольствие. Даже в ТикТоке я подписана на нескольких блогеров, которые именно показывают, как делать простые дизайны, и это тоже, можно сказать, какое-то хобби для меня. Поэтому я решила вот себе сделать коррекцию, хотя еще не пора. У меня никогда не бывает сколов, у меня все держится просто идеально, даже если я хожу с покрытием, не знаю, 7 недель, все всегда офигенно, поэтому некоторые моменты я пропускаю. Поэтому профессионалы, которые смотрят меня и видят ошибки, пожалуйста, не надо на них мне указывать. Я, в принципе, знаю, как делается это правильно, но просто если гель-лак и без этого держится нормально, зачем это все делать? Я как бы по-свойски покажу и расскажу, потому что очень часто вы меня спрашиваете, что я использую, какие гель-лаки, как долго держу в лампе. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь. Итак, первое, что нам понадобится, вот такая вот маска, которая поможет предохранить вас от пыли, которая будет в процессе коррекции. Значит, у нас такая фреза с зеленой насечкой. Она очень удобная в использовании. Кстати, эта штука стоит не так уж и дешево, но очень хорошо снимает покрытие. А что касается фрезы, у меня она такая мощная. Я ставлю на самую большую скорость и начинаю спиливать покрытие. Там может быть не идеально, но зато сама. Я сняла старое покрытие. Теперь будем делать маникюр и придавать форму свободному краю. Вот такая вот форма у нас получилась. Мне хотелось именно острый миндаль, или как правильно он называется. В общем, на обеих руках я сделала такую форму. Теперь будем думать насчет цвета. Так, я открываю вот этот вот ящик, в котором мы недавно делали порядочек. И будем выбирать между цветами. Если честно, я даже не знаю, какой цвет. Но именно вот светлые, какие-то молочные я уже не хочу, потому что несколько раз подряд я уже делала. Можно вот этот цвет, он мне очень нравится, Blue Sky. Не знаю даже. Я сейчас подумаю и вернусь к вам. Матовый я не хочу ногти, меня это как-то не покорило. Я один раз делала матовые ногти, и все, на этом мой опыт с матовыми ногтями закончился. Пока что все выглядит вот так вот. Все, ребят, я определилась. У нас с вами будет темно-синий оттенок и вот такой вот красивый розовый. Почему я выбрала именно их? Потому что эти два гель-лака у меня, наверное, больше года. И ни разу я не красила ими ногти. Поэтому именно два этих оттенка. Может быть, они не очень сочетаются между собой, но я решила взять их. Дальше, что касается топа, мне вообще не понравился этот от Коди, он очень густой, очень плохо выравнивают, ногти получаются какие-то толстые, короче, не очень. Дальше база от Blue Sky, мне она нравится, хотя все говорят, что это супер дешманская база, но если у меня не держатся ноготочки месяц, почему бы нет? И я использую праймер, сначала буду как раз-таки проходиться праймером. Еще должен быть клэнсер, но я обойдусь без него, потому что у меня и так все отлично держится. Еще я буду укреплять ногти вот таким вот гелем от Lidan. Нормальный такой. Сначала укрепляем, выравниваем, а потом наносим цвет. Я за кадром все это сделаю и покажу вам, как у меня получится, что именно вот этот гель-лак, он очень плохо
разравнивается. То есть он плешивит немножко, но я им его буду только на один ноготь наносить. И спустя 2 часа вот такая вот красота у меня получилась. Мне очень нравится. Сейчас покажу вам другую руку тоже. Мне очень понравился вот этот дизайн. Делается очень просто. Вот такой вот синий цвет. Правда, не идеально, но зато сама смотрела фильм в Ютубе и делала себе ноготочки.